есть пространство капитана Житникова. Интегрируется он с Малаховым. По центру Семин отбор не получается. Снова Дегтярев. Везде сегодня Дегтярев. А вот потенциально очень опасный момент у Рязани. Но просто лес ног останавливал футболистов рязанских до тех пор, пока Нищеряков получает, не получил тот мяч и не открыл счет. 0-1. С Волгиным местами поменялись. Это, в принципе, может также означать, что пока Калуга играет в более экономном режиме. Семин хорошо на Суханова. И Коля Суханов пробивать надо. Гол! Коля Суханов! 1-1! Калужский бомбардир увеличивает свой бомбардирский счет. Вот она идет подача. Павлов неуверенно. Все еще в штрафной Калуге. И... кажется, Мещеряков делает дубль. 2-1. Кажется, еще на замену готовится у Калуги. Тем временем хорошая подача на Волгин. Волгин рыбкой забивает 2-2! Андрей Волгин! Так. Попытка пройти справа. Фомин решает сыграть. Сам не надо было. Надо было Павлу уже отдать. И вот придумал на ровном месте момент Рязани. Калужане. До удара даже доходит. Принимает он на себя Храпов. Снова попытка будет. Вторым темпом. Ой-ой-ой, Павлов, ну как так? Ой.